Ой, всем здравствуйте, всем здравствуйте. Сейчас радость будет собачья, и не только собачья. И людям вкусненько погрызть. Вот эти уже подостыли, а тут вот большие еще остывают. Но начнем с этих. Конечно, конечно, кто первый? Кто первый? Вот и лялюшка, лялюшка взяла, взяла девочка. Так, вторая косточка. Ой, тебе гуська схватила, да? Гусь, на тебе, положу, положу. Шейху, не, подожди. Донечка, Донечка, смотри, какая красивая косточка. А ты шейх перехватил, ох ты, не джентльмен он. Милуся, не волнуйся. Смотри, тоже какая хорошая. Мяско, да, тут мяско. Так ты всю косточку бери. Фионушка, на тебе вот такую красивую с хрящиком. Бегусь, мне кажется, ты уже брала, но на еще. На-на-на-на-на. Ой, все, счастье полное. Шейх, у тебя два, что ли, счастья? А где мальчишечка маленький? Тут девчоночка маленькая, малютка. Так. А вот вы, грызики маленькие, будете грызать? А? Эти колесики. Донечка. Лялюшка, лялюшка, не надо носить в комнату. Ну что это за безобразница? В комнату она тащит. Так, эту золотинку убираем какую-то. Буся, кушай, кушай, никого не слышишь. А вот эти сейчас подостынут. Тут и мяско так есть приличненько. Конечно же, тоже вот эти все товарищи получат. Да, милота моя? Ой, настоящие псы прям все. А Фионка-то, у нее прям кость говяжья, да? Пришла к мальчишечке, к дружочечку-пирожочечку своему подопечному, да, племянничку. Все грызут, все довольны. Ну, а коль собаке для счастья надо. А кто это бежит у нас? Спрятала, да? Ляля, ты спрятала, ты не могла ее погрызть так быстро. Там у тебя еще и с мяском тем более было. Ищет, ищет, что бы еще хапануть. Ищешь? Тебе не стыдно, лялька, таскать туда-сюда обратно? Увидела. Оп, свободная косточка, так. Есть еще, да? Шейхунь, у тебя было точно две. Осталась одна. Лялька стащила? Она может. В общем, вот такая вот сегодня у собак пирушка. Всем желаем хорошего настроения, замечательного дня. А я пойду у них тоже отожму и погрызу косточку. Тя, я тоже хочу.